Итак, что же я использую для эффективных продаж? И чтобы эффектно преподнести клиенту свое изделие, конечно, нам понадобятся подручные средства. Это различные коробочки. Это пакетики. Ну, в данном случае я использую, которые можно приклеить. Ну и, конечно же, визитки. Конечно, очень хорошо взять визитки, которые будут с вашим непосредственно логотипом. Ну, у меня вот еще с прошлого года с ярмарки остались вот такие визиточки. Бирочки, спасибо за заказ. Либо наклеечки, спасибо за покупку. Handmade с любовью. В общем, поехали. Сейчас вы увидите, как я это все упаковываю. Ну вот, посмотрите, какая красота. Целый такой шикарный наборчик. Вот так. Представьте, это же уже красиво подарить, правда? А на визиточке можно сзади написать, сколько все стоит, что туда входит и какая цена набора. Сделать небольшую скидочку обязательно. Вот, например, вот так положить. Красота. Thank you.
Как видите, вот эти коробочки, крафт-коробочки, как они там правильно называются, они очень выручают нас при эффективных продажах. Клиент посмотрит, ему приятно. И знаете, даже не стыдно занести какой-то в магазин, где изделия наши продаются. Ну, у меня, по крайней мере, в магазинах продаются. Я не знаю, как у вас. Вот. И я думаю, что такое изделие будет пользоваться больше спросом, чем просто какой-нибудь пылящийся на витрине бантик. Да и вообще, чтобы не запылился и чтобы не вымазывали его, конечно же, в магазин лучше относить в упаковке. Итак, теперь поработаем с такой упаковочкой. Сразу могу сказать, что вот таким вот образом упакованные бантики в магазинах продаются гораздо быстрее. Это уже, девочки, проверено, чем без упаковки. И еще, конечно же, наш бизнес сезонный, поэтому активно идут продажи. Это, естественно, перед школой, перед Новым годом, перед какими-то, в общем, праздниками. Поэтому старайтесь сдавать свои изделия именно в это время и как можно больше. А на этом у меня все. Эффективных, эффектных продаж вам, побольше вам благодарных клиентов, ну и, конечно же, продуктивной работы. Желаю всем успехов. Всем пока.